вот что. Вчера был профессор Терехов из Москвы. Мы тут собрались, смотрели историю твоей болезни. Конечно, как врач я не должен. Вернее, я не имею права на этот разговор. Но как друг... Иногда дружба важнее, чем врач. Словом, Петя, ничего хорошего. Точнее говоря, совсем ничего хорошего. А ты не оживаешься, доктор? Если б ты только знал, как я хотел бы ошибиться. Но теперь, на этот раз, ну что ж, спасибо тебе за откровенность. Я боялся будешь крутить, хитрить, успокаивать. Сколько ж ты мне отпускаешь? Отпускаю не я, Петя. Отпускает природа. Ясно. Ну что ж, спасибо тебе еще раз. Пойду я. Ты погоди. Погоди. Сядь. Да мне ходить некогда. Мне теперь спешить надо. Николай Иванович, товарищ Рокотов. Тут только нужно точный режим поймать, и все. Поймать, говоришь? Да, а мощность ее позволяет. Мощности. И ходовая часть тоже. Да где она, ходовая часть-то? Нет ни ходовой части, ни машины. Да не режим ты ловишь, Савичев. А так, на рожон лезет. Мы хотим из этой машины выжать все. А риск нужен. Ты нас сам этому учил. Мы, в конце концов, испытатели, а не извозчики. Ты испытатель машины испытывай, ты не судьбу. Тоже мне Чкалов нашелся. Вон Кузьма тоже за тобой туда, последователь. Правильно. И выиграю ему не по вашим инструкциям. А я за ваши головы отвечаю. Все, хватит, вон надоело. Или ты, Савичев, кончаешь свои эксперименты, или... Что или? Я тебя снимаю с соревнований. Команде для победы нужны очки, а не ваши сломанные шеи. Ну что там у тебя? Телеграмма. Давай. Да нет, Виктор Петрович, срочная, из дома. Шо, се. Итак, начали. Ма-ша-шла-по-шо-ше. Нет, не шо-ше, а шо-се. Скажем все вместе. Шо-се. Что тебе, Сережа? Ирина Петровна, вам телеграмма. Ванюша, ну куда ты полез? Я ведь тебя просил не сворачивать, надо прямо ехать! На меня правой! Давай, на меня! Прямо давай! Ну что ты сидишь? Давай прямо! Валерий Петрович, телеграмма! Читай! Будь дома 18-го! При ценном подарке! В случае семейного торжества! По какому случаю? А? В случае семейного торжества! Подпись, отец! Кукушкина! У нас транзисторы премиальные остались? Остались. Сколько? 2. А что? Целевые? Ну, вы сами говорили. Один для бывалых парней, другой юным шахматистом. А надписи сделали? Не успели, гравер заболел. Молодцы, что не успели. Где они там? В сейфе. А. Так. 2
Давай, который побольше сюда. А бывало мы охотничье ружье купим. Федя, а что случилось-то? Да уж случилось. Да. Сенсация, можно сказать. Общезаводского масштаба. Ну, Петр Петрович, удивил ты меня. Просто, можно сказать, поразил. Чем же я тебя поразил? А заявление твое? Да еще какое? Товарищи, он же ведь на пенсию уходит. Удивил, Петр Петрович. Я понимаю, дорогой Петр Петрович, что ты не любитель всяческих церемоний, однако молчать в данную минуту я не могу. Товарищи, мы его, конечно, еще проводим в общезаводском, так сказать, масштабе. Правильно, товарищи? Вот. А пока позволь мне от имени цехкома в частном, так сказать, порядке пожелать тебе радостного отдыха, который ты честно заслужил, пожелать тебе крепкого здоровья и долгих лет жизни. Товарищи, все мы знаем его как, можно сказать, ветерана производства, как мастера высокой квалификации, успешно выполняющего самые, невзирая на возраст, ответственное задание. Как? Федя, ты пироги с брусникой любишь? В смысле? В смысле начинки. А, люблю. Вот да. Завтра под пироги доскажешь. Да. Дарья у меня толковые пироги печет, и, между прочим, тоже, невзирая на возраст. Вот. Ну, я у тебя, Петр Петрович. Ну, молодец. Ну, поэтому позволь без лишних слов попросту. Спасибо. А теперь скромный сувенир. Транзистор марки ВЭФ-202. Спасибо. А вечером зайти не смогу. У меня завтра профучеба. Ну, а тех, кто завтра не на профучебе, тех жду. Да зайдем. Ты это от своих-то не скрыл, Петрович? Ребята-то приедут. Не скрыл. Да и вам вечером всем хотел объявить. Разве этого вот обскачешь? Петрович, при таком развороте событий от меня прими поздравления. Уже в курсе. А как же, поскольку факт значения крупного и смысла, прямо сказать, удивительного. Не ожидал. Никак не ожидал, что опередишь ты меня в деле ухода в резерв на заслуженный отдых. Завидуешь, что ли? А чего завидовать? Оно и меня не минует. Размышляю, произвожу сопоставление. Уж больно много ты в жизни кулаками махал. И с нами, и с начальством, и в семействе своем. Я тебя предупреждал, не раз предупреждал. Сталь она крепка, да не излом, хрупка. Слушай, что ты меня пугаешь? Ты вот что, приходи к завтра вечером. Завтра? Да. Петр, не могу. Чего? Дочка, сам знаешь, вот-вот родит. Чего так, не ты же? Уж лучше б я. Что ты? У нас на домашнем плацдарме такой разворот событий. Жаль, жаль, а ты знаешь, завтра вроде мои должны прибыть. Ну да. Да. Ну, тогда сбегу. Ей-богу, сбегу. Поскольку видеть все ваше семейство в сборе – редкий факт жизни. Можно сказать, подобен явлению кометы. Ну, Петр, я побег. Давай. Ну, бывай. Дети приехали. Все? Все. Ты что это учудил? А? Зачем телеграмму всем дал? Какое торжество у тебя? Погоди, Даша. Как же так? У меня даже путного обеда-то и то нет. Из-за 3 земель же приехали.
стряслось? Ничего. Повидать вас захотел. И это все? Все. А то, что мы вместе, разве этого мало? Ну, жаль, конечно, что без жен и без детей. Но и на том спасибо. Ну, батя, ты даешь. С тобой не соскучишься. Правда, вот с подарком накладка вышла. Ну, Дарюшка, у нас теперь с тобой стереофония. 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 Много, фония. Батюшки, зачем нам столько? Вот, ничего, Дарья, ничего. Ну, Ирина Петровна, теперь ты добивай. Пап, ничего не получилось. Ничего не получилось. Спецсовета прямо на аэродром. Ты меня прости. И здравствуй. Ну, здравствуй. Ой, только что-то ты хитришь, папка. Хитрю, хитрю. Ну, а ты, бензинная душа, как? Игорек не просит еще за варанку? Бать, чего ты хитришь, а? Садитесь, ребят. У меня к вам, дети дорогие, две новости. Первая, это вот с завтрашнего дня я пенсионер. Так и давно пора. Я всегда говорил, честно поработал, отдыхай. И никакой тут ложный стыд и... А вторая? Вторая новость. Вторая? Дарья, подойди ко мне. Вот так. Решил я, дети, сочетаться с Дарьей Степановной законным браком. Господи. Поздравляю. Так сложилось исторически, что после смерти вашей матери ее заменила Дарья Степановна. И множество лет была вам мать. А мне жена. Но, коли так, пусть будет женой моей и по советским законам. Ты прости, Дарюшка, что раньше я не спохватился. Ну да ничего, лучше позже, чем никогда. Ой, Петруша. Простите. Простите, пожалуйста. Простите. Что вы толкаетесь? Батя. Вот. Я сейчас. Давай. Простите. Петруша. Петруша. Ну. Ничего. С вашей рукой сочетается змей. Этот фасон облагораживает форму пальцев. Коль, возьмем змейку, а? Возьмем. Раз облагораживать, надо взять. Разрешите, ваш пальчик? Извините, пожалуйста. Валер. Да здесь я, здесь. Пойдем отсюда, Петруша. Купим, пойдем. И не смей жениха уперечь. Правильно, тетя Даш? Не спорь. Статистика, между прочим, показывает, что поздние браки крепче ранних на 22,5%. Какой же он у нас поздний? А какой? А такой, какой твоя статистика не учитывает. Ну, где там? Товарищ продавец, обратите, пожалуйста, на нас внимание. Да, пожалуйста. Вашу ручку прошу. Нет, не мою. Вот. Здравствуйте. Понятно. Думаю, подойдет. Примерить надо. Нет, правда. Петруш, подержи. Так. И внутрь я... Нет, маленький, маленький. Ну что ты, Валера, ну, в самом деле. Вот. Так. Наверное, подойдет. Ну, сиди. Не подходит. Большего размера нет. Придется прийти завтра. Подберу на базе. Вы уж извините. Да ты что? Вы не, как же? Не беспокойтесь. Мы и так обойдемся. Ну, пошли, Петруша. Нет уж, мил человек, нам сейчас нужно. Мы в ЗАГС идем. Ну, молодой человек, можно вас? Правильно, дедуля. Простите. Тебе торопиться надо. Послушай, иди-ка ты. Сделай сейчас, а? Ну. Одну минуточку. Одну минуточку. Ой, стыд-то как. Ну ладно. Ладно. Thank you.
табаку мечтала, да патроны к винтовкам были выданы нам. Где-то там, где-то там фронтовые дороги, даже если отбой, все равно мы с тобой. Где-то там есть приказ продвигаться, а дружку не подняться. Ветер высушит слезы и опять по местам. Где-то там, где-то там фронтовые дороги, даже если отбой, все равно мы с тобой. Где-то там. Землю, взятую с боем, мы собою прикроем, если снова тревогу протрубить трубачам. Где-то, где-то там фронтовые дороги, даже если отбой, все равно мы с тобой. Где-то там, даже если отбой, все равно мы с тобой. Где-то там. Разворот твоей многотрудной жизни, извини, невольно прошел на наших глазах. А вся твоя судьба, Петр Петрович, есть цепь непрерывных явлений и удивлений. А во время Отечественной войны ты первый записался добровольцем на заводе, хотя как кадровый рабочий оборонной промышленности имел прямое назначение остаться, а он не остался. А после войны ты приехал сюда, на Урал, и наш своих товарищей увлек, убедив в том, что и это является нашей насущной задачей. Таков уж твой, извини, удивительный характер. Позволь, Петрович, и сейчас выпить, так сказать, за новый поворот твоей жизни. И за Дарью Степановну, которая на наших глазах всегда была твоим верным боевым товарищем. Ну что ж, Петрович, давайте, продолжай удивлять нас и дальше. Ну, Ваша. Петрович. Поздравляю. Бабуля. Так, алаверды ко мне. Внимание. Батя, есть старинная восточная притча. Жили-были два соседа. И было у них два бочонка вина, два кинжала и два сына. И вот когда один из них почувствовал, что умирает, он послал сына к другому соседу, дал ему кинжал и велел принести кувшин вина из его бочонка. А зачем кинжал-то, Валерка? Ты прям как наш завуч, говоришь, длинно-длинно, ну, так скучно-скучно, но интересно. Я хочу просто выпить за сегодняшний день, который нас всех собрал за этим столом. Папка, да. Тетя Даша. Вить, ну что ты молчишь, скажи чего-нибудь. Ладно тебе. Меня! Точно меня! Да сиди ты, суета, ну ради там. Выпей, выпей. Вовремя и без тебя. Виктор Петрович, вас к телефону. Меня? Дядька какой-то. И голос как будто сердитый. Интересно. Над Люськой нашей наследственность давлеет.
Ольга моя с ней 2 дня маялась, а Люська уже 3-й. Гены и хромососы? Хромосомы. Дарья Степановна, чтобы вы знали упрямый факт природы. Новость слышал? Какую? Трассу в вашем районе назначили. Ну и что? Да ничего. Ты чего ж? Бежал как швед. Даже вешалки не захватили. Вот чемодан твой у меня. Эй, может, хватит, а? Давай-ка, завезу вещички, ну, заодно побеседуем. Да завезу вещички-то. Вы где находитесь? Да я ведь тут. Одним словом, возле твоего дома. Ну, давайте, заходите. Тут у нас как раз торжество семейное. Гостем будете. И без запинки. Прирожденный испытатель. Где такого откопал? А? На Урале в городском автоклубе нашли. Через месяц у меня поет в авторалли за нашу команду. Почему же прирожденного штат не оформляешь? Ну, сначала он сам тянул. С заводом там у него какие-то осложнения. А главное, с отцом. А что такое? Да фамилия у них потомственная, заводская. А-а-а. Ну, кажется, решился. Вчера анкету взял. Ну-ну, такого парня упускать не надо. Ну, спасибо, Виктор Петрович, спасибо. Вот случаем теперь отец в курсе дела. Большое спасибо. От всей фамилии прими благодарность. И от деда твоего, Петра Ивановича, от прадеда, Ивана Игнатьевича, от меня, лично поклон. Значит, все продумал, да? Кетка в порядке. Ни света тебе, ни дом, ни завод, значит. Прошу по собственному желанию. Да у Витьки же призвание. Вон в комсомолке пишут, что и призвание... Иди отсюда, про тебя нет разговора. Призвание. Мы, значит, люди подневольные, мы, значит, по принуждению гнём. Па, ну я же не сразу все решил. Я же долго думал. Да я вижу, что решил. Не спросился. А как же? Там же, конечно, за границей, столицей, красивая жизнь, остальное все не все. Да какой еще? Мой счет один. По-твоему, я теперь должен свою жизнь ломать из-за твоего счета? Ну вот что, наследник. Я тебе раньше... слово поперек не говорил. У каждого, конечно, может быть свой интерес. Но если ты решил дело на интерес менять, то ты либо одумайся, либо... Не отец, я тебе. Ну, чё, приуныли? Давай что-нибудь затянем. Из острова на стрежей, на простор речной волны, а выплывают расписные стихера. Начали на переднем стиль каразин, а не жизнь единственного. Держи свой саквояж. Монреаль, Торонто. Проходи, чего стоишь? Все злишься, да? Пить. Ну ладно.
Я покричал, понервничал. Ты уж прости, старика. Сам видишь, к тебе на поклон явился. Сюда. А может, лучше туда, а? Пошли. Как раз на свадьбу попал. А кто сочетается-то? Отец. Как отец? А так, целая история, потом расскажу. Пошли. Это вот Николай Иванович, мой старший друг. Здравствуйте. Ну, а вот это вот вся наша фамилия. Да. О, кстати, во главе с Петром Петровичем. Поздравляю с законным браком. Ну, знакомься. Спасибо. Поздравляю. Ира, спасибо. Ира, человек здоровый. Прошу. Пожалуйста. Спасибо. Ну, вот, пожалуйста. А вот и пельмени. Вам как гости. А вы интересуетесь, как в наших краях очутились? Проездом или по делу? У нас здесь соревнования. Ишь ты. Ай-яй-яй, Витя, что ж такое? Такой крупный, можно сказать, факт, а ты нас даже и не проинформировал. Некогда был, дядь Федя. Ну, сообщи сейчас. О чем? О чем? Ну, как это, что будете? Ралли или там кросс? Кросс, дядя Федя, кросс. Ну, давайте. Ага. Выпьем по маленькой. Ну, что ж, можно. А вы, как я понимаю, будете ихний дрессировщик. В смысле, тренер. Да, трудно у вас, работенка. За всеми не углядишь. Один режим нарушил, второй, глядишь, как говорится, и факты налицо. А какой факт? Какой? Прискорбный. Да, что ж ты, Витюша, тренер твой не-не, а ты рюмку за рюмкой хлещешь. Можно, он теперь птица вольная. Дядь Федь, ты переменил тему для разговора. Вить. Простите. Видать, и прискорбный факт. Ну и веселье у нас получается. Что тут стряслось? Да ничего так. Давно вижу, как ничего. От тебя вон плохим настроением, как бензином за версту несет. Рассказывай. А что рассказывать, сам видел. Сначала я дверями хлопал, потом он. Ушел из его команды, батя. Обиделись, что ли? Да надоело. Не продохнуть от этих учителей. Все лучше тебя знают, как тебе ездить, как тебе не ездить. Его так послушаешь, он и душу мою знает лучше, чем я свою. Что мне хуже, что мне лучше. Он все лучше знает, чем я про себя. Ну а ты сам про себя что знаешь? Знал раньше. Как бы тебе про это лучше сказать? Гнать под кирпич. Слышал про такой дорожный знак? Так вот, нужно гнать и гнать, потому что я гонщик, такая моя профессия. Сколько бы они мне этих кирпичей не вешали. И выигрываем мы наши призы не по их инструкциям. Что? Что? Да нет, ничего, ничего, я слушаю тебя, слушаю. Сейчас начнешь мне мораль читать. Стоило огород городить с этим спортом. Ну вот теперь неси свой крест. А если честно говоря, батя, я устал. Во. Устал доказывать этим, что я по-другому устроен, чем они. Ну, если ты устал, тогда уходи. На заводе тебя, наверное, еще помнят. Че ты хитришь? Че ты? Ты же чувствуешь, о чем я. А хитришь. Как бы только о нем стоило разговор заводить. Пустота какая-то впереди. Первый раз со мной такой. Чего ты молчишь? Лет 15 тому назад, помню, ты как-то сразу про меня все решил. Я даже глазом не моргнул.
Раз и все. Ну попробуй. Сейчас. Я сам прошу. Ну тогда ты все-таки поступил по-своему. А сейчас, если я тебя 15 лет тому назад ничего не научил, теперь грош цена мне. Ты что, никак родил? Куда там? Вот, подкупаем ползунков. Ликвидирую прорыв. Так какие берете, розовые или голубые? А какие надо? Мальчику голубые, девочки розовые. А у вас мальчик или девочка? У нас... Давай те и те. При таком развороте событий готовься к двойне. Ой, Матвей, ну я пойду, тут мои где-то вроде. Давай. Чёрт. Надоело, ходим, покупаем. А потому что головотяпство. Вон, мотоциклы Ява в рассрочку продают. А сигареты Ява попробуй достать. Или вот, ножи. Какие еще ножи? Да уж, конечно, не столов. Это, между прочим, отец, мне с твоим заводом ругаться надо. Что ж такое случилось? А потому что брак шлет. О, опять твой портрет. А ты, вижу, надолго здесь прописался. А чего? Место удобное, центр. Пойдемте. Папа! Ну, ничего. Валера! Ну ты что, ну помоги! Давай быстрей! Что там у тебя еще? Да вот. На, подержи. Поставь. Подержи.
Что ну еще? Что ты шумишь? Ну что шумишь? Ну поставь, поставь. Это в аптеку. Так, что в аптеке? Сода, ванилин, кориандр. Что такое кориандр? Да не знаю, Татьяна просила купить. Кориандр. Ты что, устал? Да нет, ничего, не устал. Дай-ка я что-нибудь. Ничего не надо. Возьми, Валер. Я возьму. Помоги. Возьму. Иди. Встретимся здесь, Ира. Ира. Здравствуй, Ира. Здравствуй, Сережа. Я узнал, что ты переехал. Ты насовсем или как? Или как? Я ведь писал тебе. Хорошо, что ты переехала. Мне надо поговорить с тобой. О чем, Сережа? О чем ты знаешь? Я не знаю. Не могу я без тебя. Не могу без тебя, ты понимаешь, Ира? Меня мои ждут. Нет на свете слов прекрасней этих, я тебя люблю. И пока любовь живет на свете, будут звучать они. Если чей-то взгляд тебе ответит, я тебя люблю. Ты увидишь вдруг, что солнце светит даже в пасмурные дни. Я тебя люблю. Я тебя. Я тебя люблю. 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 Дожди стучат по крыше, я тебя люблю. Все колеса громче или тише, эти поют слова. Если человек хоть раз услышит, я тебя люблю, станет для него и небо выше, и синее синего. Сереженька, скажи мне, пожалуйста, когда ты увидел себя в газете, что ты почувствовал? Ничего не почувствовал. Ну, скажи, я тебя прошу. Нет. Ну, скажи. Нет. Когда я тебя увидела в газете, я сразу в тебя влюбилась. Так заочно и влюбилась? Вот так заочно и влюбилась. Хороший примет. С первой спички костер зажегся. Примета, примета. Когда я с тобой, для меня все приметы хороши. А ты знаешь, кто колесо придумал? Кто? Ленивый. Лень ему было санки в город тащить. И плохие приметы тоже придумали ленивые. Черную кушку, чтобы дома сидеть. Ведра, чтобы с водой не ходить. Ленивые или трусливые? Сережа, ты когда обо всем расскажешь?
Не надо об этом, Ира. Нельзя писать. Она сорвется из командировки, все опять начнется сначала. Это надо пережить один раз сразу. А я? А ты разве ты каждый день не переживаешь? Ну что мы прячемся, как воры? Да понимаю, что все это нехорошо, но как вот сделать, чтобы всем было хорошо, не знаю. А ты не обманывай. Никого, никогда. Ты чего не спишь, пап? Размышляю. В среду жена его приезжает. В управлении случайно узнал. Теперь это не имеет значения. Для вас, может быть. А для нее? Мы любим друг друга. Дело ваше. Только вот что. Дочка, я тебе хочу сказать. Мы Савичевы. Ну, людям не лгали. И чужого втихомолку не брали. Да я не хочу втихомолку. Мы поженимся. Все будет хорошо. Ну, что ты молчишь? Иду, иду. Здравствуйте. Мне нужно поговорить с вами. Проходите. Меня зовут Ирина. Догадываюсь. Меня Кира Михайловна. Проходите. Садитесь. Вы хотели мне что-то сказать? Да. Я вас слушаю. Мы с Сережей любим друг друга. Это вы любите Сергея? Он тоже. Что такое он, я могу вам рассказать. Если вы будете его мне ругать, я вам все равно не поверю. Я не буду его ругать. Я просто хочу задать вам несколько вопросов. Можно? Вы уверены, что вы хорошо знаете Сергея? Да, я уверена. Не думаю. Вы полюбили человека, которого знают все. Удачливого, красивого, отчасти знаменитого. Нет. Нет, я полюбила просто Сережу. Просто? Скажите, а у вас хватит сил и терпения жить с ним? Заставлять его учиться, помогать ему, подсказывать нужные книги, крахмалить рубашки, в которых он снимается для газет? Да. Ну что ж,
В таком случае остается выяснить, верит ли он вас. Я думаю, разумнее будет, если это скажет сам Сергей. Да. Он скоро придет, и мы поговорим втроем. Извините, мне нужно на кухню. Кир, а молоко тут в пакетах. Да, ты знаешь, я встретил Сашку Михайлушкина, только что вернулся из отпуска. У нас гости, Сергей. Может быть, сядем? Сережа, мне Ира уже рассказала, что любит тебя и что ты тоже влюблен. Как я поняла, я не должна вам мешать. Но ты сам ничего не говорил мне об этом. Теперь нам обеим хотелось бы знать, что ты скажешь. Сереженька, что с тобой? Почему ты молчишь? Сережа, расскажи все. Ведь у нас будет ребенок. Это как понять? Еду, папка. То есть как еду? Ты ж пожить собиралась. Не получилось. И поезд удобный. Когда же поезд? Пора уже. Что случилось, дочка? Да что случилось? Что случилось? Сергей опять встретила, да? Ну вот. Выходит, не забыла? Голова забыла. Сердце чертова помнит. Пусть он со мной поговорит. Я ему все объясню по-нашему, по закону тайги. А ты успокойся и не будь дурой. Я тебе как брат говорю. Где его адрес? Жмись ты. Тайга! Может быть, дочка, ты тогда торопишься сгоряча? Может быть, тебе показалось? Может быть, ты не так себя поняла? Да никогда не пойму, не могу простить. Ему все помню, все. Вообще, мое дело детишек учить. Это у меня лучше получается. Чужие детишки. Тетя, даже вы-то! Жена. Вы-то! Беспощадная ты! Какая есть. Петруша. Идиотка! Уйди ты! Ну ладно, хватит. Действительно. Тушь в глаза попал. Давайте прощаться. Знаете что?
Приезжайте вы лучше ко мне, а? Пап, ты на пенсии. А? Ну? А потом вам свадебное путешествие полагается. У нас дыни там вот такие большущие. Я вас, Несса, куль свожу, красотища. Да, конечно. Приедем, отчего не приехать. Когда, говоришь, каникулы у тебя? Через 2 месяца. Через 2 месяца. Ну вот, через 2 месяца и приедем, верно, Даша? Приедем. Тетя Даша. Тетя Даша, ты что? Пап, да ты что? Все хорошо. Проходи, Валерий Петрович, проходи. Здравствуйте. Что случилось? Дело государственной важности, садись. Да нет, спасибо, я постою. Опять ругаться будем. Василий Ильич, это вас именуется качеством продукции? Это, по-моему, коньки для начинающих, а не нож отвала. У меня на сегодняшний день 14 дефектных ведомостей. Трещина. Сталь 3 для севера не годится. А вы берете. Пока другой не дают. Слушай, Савичев Валера. Не вижу в этом ничего смешного. Мы с твоим отцом 30 лет вместе работали. Не было скандалов. А вот с тобой одни неприятности. Верно ведь? Возможно, но на дефектные ведомости полюбуйтесь. Шланги рвутся. Гидравлика течет. Сварные узлы слабые. Рахлители, между прочим. Между прочим, по узлам, братец ты мой, претензии не по адресу. И вообще, от чьего имени ты предъявляешь претензии? Ведь твое начальство рекламации не давало. От своего, от собственного. Потому что у меня на участке 5 машин простаивает. А если ждать начальства, то у меня, Василий Ильич, ребята, 3-й месяц без премии. А с такими ножами какая же прогрессивка? Василий, разве это государственный подход к делу, а? Ну скажите, что я ребятам говорить буду? Вы сидите тут у себя в кабинете и ни черта не знаете, что на местах творится. Это вы кому? Так, на всякий случай. Значит, Василий Ильич тоже? Случается. А вашего Валерку, Валерия Петровича, я помню. Он и в школе был говорун. Я даже влюблена в него была немножко. А он с Жанкой дружил, из 9-го Б. Ты что же, негодяй, ты что же решил бежать из дому, не спросившись? А если бы спросил, ты все равно не отпустил. Ты же у меня не путевый. Ты и так дома ничего не ешь, а там что есть будешь? Ну да, потому что некогда, времени нет, нагрузки большие. Шашки-то мне. Шашки буду выдавать, когда тронемся, понял? В общем так, отец, если хочешь отлупить, отлупи. Только я все равно поеду, потому что я первый на собрании выступал. Но Жанна тоже выступала. Но она же не поехала, она умная девочка. Слушается родителей. Ну, Валер, ну не сердись. Ну, папа настоял, чтобы я музыкальную школу кончила. Я тебе письма буду писать каждый день. Излишне. Батя, ты же сознатель. Ты понимаешь, что нефть — это хлеб промышленности. А металл? Ну, тоже хлеб. А уголь? Может быть, тебе в шахты податься? Да ведь все же едут! А если все в омут башкой, ты тоже за ними туда? Я не всех, я тебя спрашиваю, куда тебя твое собственное сердце зовет, без подсказки.
Молчишь, а пора знать, он выше меня уже вымахал. Да сейчас я! Скорее, ребята! Не отставай! Эй, друг, послушай! Где ваше начальство? Вон идет. Там, да? Спасибо. Здравствуйте. Так это вы от товарища Логинова? Так точно. Сколько вас? 7 человек. Я 8-й. Кто у вас за старшего? Я. Вот он и будет бригадир. Технику безопасности знаете? Ну, конечно, знаем. Значит, ребята, вы 4 остаются на этой делянке, а остальные за мной. Значит так, Петров, Шакуров и ты, Игорь, остаетесь со мной, а остальные с товарищем Каракозовым. Ну что, шеф, поскольку тебе первому удалось сообщить о своих редких достоинствах, командуйте. Личный пример, шеф, поднимает боевой дух подчиненных. Ну, давай, 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 давай. Так, шахматы отставить, всем спать. Завтра подъем в 6. Как в 6? Нам же с обеда. Утром вагоны с цементом придут. Все встанем на разгрузку. Кто сказал? Ну, я. Я сказал. Ребятки, кончайте. А? Да кто ты такой вообще? А сколько вагонов? 2. А бригад? 1 наша. Валерий Петрович. Да. Вы отдаете себе отчет в том, что сказали? Отдаю. Любопытно. Так. Нас 7 человек. 3×7 – 21. Так? При научной организации труда закончим через 22 часа. Коэффициент неожиданности 30 минут. А обед? Обед 40. Ребята, спать не будем. У меня другой отчет. Вы что, ребят, про коэффициент трудового энтузиазма забыли? Вот я говорю, сдурел. Да я сразу понял, что он такой. Какой такой? Дурной! А ты-то? Ты-то какой? Ты срываешь почин. Вы все срываете почин! Вот это уже демагогия, бригадир. Ты словами не бросайся. А я словами не бросаюсь. Я просто хочу выполнить данное мной слово. Я, если хотите знать, самому товарищу Логинову обещал. Так вы, добровольцы. Ах, вот оно что. Ну, тогда, братцы, спать. Спать, братцы, спать. Ну, ты чего, Игорь? Подъем в 6:00.
еще раз, Ольга Валерьевна! Ударник! Бригадир спит! Так, начальство! О, здорово нарисовано! Петруша, радость-то какая! Вернулся, приехал. Кто приехал? Валерка наш изголодался совсем. Он ухо отморозил, вторую тарелку супа доедает. Петрушенька, ну обласкай его. А я сейчас. Я сейчас, Петруша. Ну, здорово, бать. Здорово, здорово. Садись, Петруша. Ты что, батя? Я же совсем приехал. Дом и речь. Думаешь, я трусил? А я по идейным соображениям. Ты же сам говорил. А я осознал и хочу, как ты, продолжать по твоим стопам дело нашей фамилии. Там нашей фамилии не было, дедер. Не трожь, дитя. Пусти, Петруша. Не трожь, мать. Дитя. Дитя. Вещи разобрал свои, дитя? Нет еще. Вот и прекрасно. Снова собирать не придется. Поезжай назад и запомни. Решают один раз. И пока человеком не станешь, не возвращайся. Нет ножей? Так вот, наконечники достал. Так. Да. Тоже, между прочим, дефицит. Конечно. Так, что дальше-то? Так. Кирпичи там, что ли, у тебя? Дальше? Да нет, книги. Это книги. Я сама понесу. Живой укор нашему нефтегорскому книготоргу. А то из детской литературы отбынию бороду завезли. А вот эти вот наконечники я все-таки выбил. А вашему Степанову давно в тираж пора. Да? Ничего, ничего. Так сразу и определил. Ну, перегорел старик. А вот ваш главный мне понравился. Деловой мужик. А это то да сё воспоминания ударился, будто он меня на руках нянчил. А он, между прочим, не будто, а на самом деле тебя на руках носил. Ну, а если подумать, то что здесь такого? Что? И почему мы так боимся этого слова «пенсия»? Да не слово, а существа дело. И я по существу. Пенсия – это значит заслуженный отдых. Да. Я, конечно, понимаю, скучно без дела. Найди себе занятие. Вот мы ругаем всякие хобби. А между прочим, медициной научно установлено, что хобби является мощным фактором долголетия. Ну ладно. Не сердись,
А главное, будь здоров. Тебе здоровым быть положено. Куда я... Бумаги мои подтолкни, как договорились. Что с тобой? Мама? Не надо, мама. Не надо плакать. Не надо. Так едем или нет? Ну, можешь ты подождать секунду. Верно ты сказал. Не умеем отдыхать. Учись, сынок, исподволь начинай. А вот тебе для начала хобби. Певчая птица. С ней до 100 лет проживешь припеваючи. Держи. Да ты чего, батя? Садись. Поехали. Все верно, Даша. Умно и больно рассуждать. Тираж, фактор долголетия. Без году неделя, а все туда же. Гонору Стрекорова болтун. Он всегда был болтуном. Да если б только. В этом беда. Ты нервничаешь из-за пустяка. Канарейку-то где взял? Да вот у соседа одолжил. Завтра ничего. Новую ему куплю. А может, себе заодно. Или лучше аквариум, а, Даш? Рыбок золотых разведем. Можно и рыбок. Шуму меньше. Это верно. Меньше. Ты иди, Даша, иди. А ты? А я к Федору зайду. Ну, хорошо, Петруша. Ну, как? Проводил? Да, такой разворот событий. Какой разворот? Обычный. День приезда, день отъезда. Дай-ка я потравлюсь. Ребята у тебя молодцы. Орлы, можно сказать, высокого полету. Далеко только. Больно летают. И знаешь, что интересно? Виктор уехал, дверью хлопнул. Ирина тоже не по делу с места сорвалась. А вот за них как-то душа спокойна. А вот Валерка... Ну, что ты все Валерка, Валерка? Ну, чего тебе Валерка? Да как-то слишком складно все у него получается. Слишком как-то складно. И не пойму я, дурак он. Или я чего проглядел? Ты, Валерки, палец в рот не клади. Организаторский, можно сказать, у парня талант. Человеческого бы ему немножко талант. Да ладно, видно, не доживу до этого. Ты эти мысли брось. Может, и чайку воспроизведем? Звонок? Внук? Может, голос подает? Алло! Кто говорит? Мишка! Родина! Мишка! Миш! Миша! Миш, чего это там у тебя трещит? И у меня что-то гулькает. Петрович, закрой это. Туалет. Алло! Миш! Мишка! Алло, алло! Миша! Миш, мама! Мама, слушай! Мама! Что, родила? Кого, кого? Кого? Ой, не разберу. Ну, хватит тебе ее, Рита! Не разберу ее. Ольга, подожди, дай-ка, дай-ка, дай-ка. Давай, Петя. Алло! Алло! Что, ну Миш, что там? Да подожди, это не тебя, Мишка. Да подожди ты, Ольга, подожди. Ну? Михаил, говори по-людски, не чисти. По-людски. Так. Ясно? Ясно. А что делать? Приезжай-ка домой отсыпаться. Ну, давай. Ну? Значит так, братцы. А в половине первого девка... А в час парень.
Ну, сильная девка. Прямо на выставку достижения народного хозяйства. А вес-то? Вес-то какой-нибудь? Какое место? Вес сказал, как же сказал. Вес, значит так, парень 2800, а девка 3200. Вот он разворотся выйдет, а? Ты гляди, Оль, как я это с ползунками-то угадал. Точно. Вот что значит они... Гены! Петрович! Ну, поздравляю, Петруха! Да ты что, сдурел, что ли? Я-то тут при чем? Ты у нас при чем? Ольга, вы? Куда упрятала? В кармане, в кармане. Только закуски нет, может так? Подождите-ка, а ну-ка, айда к нам. Да, погоди, поздно, неловко. Природа тоже не загадывала, когда ей на свет людей производить. А закуску у Дарьи, думаю, найдется. Чай гости не все съели. Пошли. Ну! Наверное, не кряхти, прям... не кряхти. Идем, идем. Ой, Филей. Чего? Дарья. Говорил, спит. Входите, входите. Ну вот. Дарья, где ты там? Иду, иду, Петруша. Ну, что? Двойня. Да ну. Радость-то какая. Вот тебе гены. Вот какой разворот событий. Слушай, Дарья, хватит обниматься, целоваться, тащи сюда все, что у нас осталось. Пировать так пировать. Радость-то какая. Петруша, возьми бокалы. Слушай, Федя. А? У тебя хобби есть? Нет. А у тебя? А у меня тоже нет. А знаешь, видно, верно говорят, что у Савичевых все не как у людей. Жениться вовремя опоздал, с пенсии поторопился, а без дела, да и без хобби человек закиснет или запьет. Вот так. А может, рано в тираж? А? Ясно, рано. Как это возможно, тебя в тираж? Петрович, когда ты у нас маяк, можно сказать, и уровень равнения, это же факт. Петенька, помоги мне. Вот ты и говоришь, при чем тут ты? А вот не было бы тебя, ничего бы не было. Ну, кто я такой был? Гражданин свободных профессий. Можно сказать, транзитный пассажир без билета. В смысле, заяц. А кто Матвеев теперь? Сам основатель индустриальной династии. Можно сказать, и ее патриарх. Вот какой разворот событий. И нечего нам, соседей, стесняться. А? Нет. Петрович, разве мы жизнь не так прожили? Тогда надо свои радости от людей скрывать. Петрович,